Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, номер 761. Действуем по правилу «Найти разность». Правило дано в пункте 9.4 учебника. Чтобы из одного числа вычесть другое, можно к уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому. Итак, А. 4 минус, минус 7. К уменьшаемому 4 будем прибавлять число, противоположное вычитаемому. Вычитали минус 7, прибавлять будем плюс 7. Плюс можно опустить. Получаем 4 плюс 7 будет 11. Б. 18 минус, минус 5. По тому же правилу. К 18 будем прибавлять число, противоположное минус 5, а это плюс 5. 18 плюс 5 будет 23. В. Минус 21 минус, минус 20. К уменьшаемому минус 21 будем прибавлять число, противоположное вычитаемому. Вычитали минус 20, прибавлять будем плюс 20. Сложение чисел с разными знаками перевешивает отрицательное число. Получаем минус 1. Г. Минус 7 минус, минус 9. К уменьшаемому минус 7 будем прибавлять число, противоположное вычитаемому. Вычитали минус 9, прибавлять будем плюс 9. Плюс можно опустить, просто будет плюс 9. Сложение чисел с разными знаками перевешивает положительное число и будет плюс 2. Д. Минус 30 минус, минус 30. Итак, уменьшаемое переписываем. Вычитали минус 30, прибавлять будем плюс 30. А это сложение двух противоположных чисел. Сумма двух противоположных чисел всегда равна нулю. Е. Минус 17. Минус, минус 2. Уменьшаемое переписываем. Минус 17. Вычитали минус 2. Прибавлять будем плюс 2. Отрицательное число перевешивает. Получаем отрицательное число минус 15. Ж. 3 минус, минус 3. Уменьшаемое переписываем. 3. Вычитали минус 3. Прибавлять будем плюс 3. 3 плюс 3 будет 6. И. З. 31. Минус, минус 62. Уменьшаемое переписываем. Минус 31. Вычитали. Минус 62. Прибавлять будем плюс 62. Положительное число в сложении перевесов перевешивает. Получаем положительное число плюс 31. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.